Лучшее детям. Детская областная клиническая больница на Радищево продолжает преображаться. Для повышения качества оказания медицинской помощи в больницу закуплено новое современное оборудование, обновлены стены и мебель. На ремонт в 2020 году было потрачено 99 миллионов рублей. В данный момент уже завершены ремонтные работы в консультативно-диагностическом центре, а именно в этом году на общую сумму 11 миллионов был выполнен ремонт третьего этажа нашей поликлиники. Также произведено оснащение поликлиники необходимым медицинским инвентарем, медицинской и немедицинской мебелью, и поликлиника работает сейчас в штатном режиме. Завершен ремонт и в онкологическом отделении. На него в 2020 году было потрачено свыше 10 миллионов рублей. При входе в консультативно-диагностический центр установлены автоматические двери. Завершена и покраска стен. Яркое цветовое оформление центра напоминает картину из детских мультфильмов. Электронное информационное табло, стилизованная стойка регистрации, удобная мебель. Все это направлено на повышение качества обслуживания и комфорта пациентов. Помимо визуальной составляющей, на базу поликлиники также поступило новое современное оборудование. На момент нашего приезда продолжались ремонтные работы под установку МРТ-томографа. На его приобретение с федерального бюджета было выделено около 63 миллионов рублей. Установка аппарата будет завершена до конца этого года. Работы по улучшению оказания медицинской помощи детям будут продолжаться и дальше. Программа развития детского здравоохранения рассчитана на 3 года. Поэтому в следующем году также планируется продолжить ремонтные работы. Планируется ремонт травматологического отделения, оснащение этого отделения, а также покупка устаревшего и приобретение нового оборудования в физиотерапевтическое отделение. В рамках национального проекта здравоохранения на 2021 год выделено свыше 16 миллионов рублей на улучшение качества оказания медицинской помощи детям. Александра Никитина, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.